Доброе утро, коллеги. Меня зовут Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Как всегда, проверим видео-аудио. Если меня видно, слышно, пожалуйста, поставьте плюсы в чат. Мы с вами начнем. Напомню, что основная цель нашего обзора – это понять, какие сейчас формируются на рынке тренды и действовать в направлении этих трендов. Соответственно, если мы хотим торговать контртренд, что сейчас категорически не рекомендуется, учитывая те движения, которые сформировались. Но в любом случае, если мы торгуем контртренд, нам нужно понимать, какие на рынке тренды, для того, чтобы можно было действовать против этих трендов. Вот такая картина. Так, все вроде работает. Так, это у нас время, это у нас календарь. Ну что ж, давайте посмотрим на наше поле боя, окинем взором, так сказать, выживших трейдеров после вчерашних ставок. Как вы знаете, у нас произошло повышение процентных ставок, решение ФРС США. Это было, так, у нас вчера в 21.00, вот 1%, прогноз 1%, реально 1%. И вот тут, как мы с вами говорили, вот хотелось бы еще раз подчеркнуть, помните, мы всегда об этом говорим, что ставки – это стресс. Движение может пойти куда угодно, вверх, вниз, бросить хвосты, потом пойти куда нам надо или куда нам не надо. И поэтому мы с вами предпочитаем в это время держаться от рынка в стороне. И кто-то, естественно, вчера торговал. Благо, движение было однонаправленное. Хорошее, однонаправленное. Но обратите внимание, что доллар-то у нас упал. То есть получается, что вот трейдеры на таких новостях попадают в ловушку. Как мы читаем в книжках, что нам говорят на курсах, в учебниках, ну что, собственно, достаточно справедливо в теории, да, что вот если у нас процентная ставка повышается, то тогда у нас национальная валюта должна расти. То есть, ну, вроде как все сориентировались, что, ну, повышение, значит, хорошо для доллара. И тут вдруг у нас вот такая тема. То есть, ну, даже вот, кстати говоря, вот тут даже у нас написано, видите, если ФРС повышает ставку, это указывает бла-бла-бла и обыкновенно укрепляет доллар. Видите? Снижение ставки расценивается как бла-бла-бла, поэтому сопровождается ослаблением валюты. Но, как мы видим с вами на графике, вот вам повышение ставки, вот вам кол. Вот этот кол ощутили многие трейдеры вчера в виде маржин-кола, в виде стоп-аута, потому что доллар пошел совершенно не в ту сторону, куда ожидали. Вот именно по этим причинам, когда рынок ведет себя иррационально, нелогически, мы и стараемся избежать подобного рода событий, чтобы потом не пенять на себя, так сказать, что мы были правы, мы действовали по инструкции, а на самом деле не пошло туда, куда мы хотели. Так что вот такая картина. Я надеюсь, что вы уже, ну, так сказать, привыкли к таким финтам ушами рынком. Это, так скажем, можно сказать, классика. Рынок не часто ходит так, как в теории от него ожидают. И вот здесь именно такая картина и была. Ну, давайте теперь посмотрим, что по нашим стратегиям. Что теперь нам уже формируют стратегии, как мы можем все это расценивать. Первая наша торговая стратегия — ленивец, консервативная. Что у нее? У нее резкий импульс на фигуру с лишним. И сейчас мы ждем коррекцию. Вот, допустим, сейчас, если пойдет цена немножко ниже,
Ну, если она обновит максимум, то мы уже не сможем искать коррекцию, вот так сделает. Мы здесь отрисуем коррекцию. Так что по евро-доллару вполне может сформироваться наша коррекция. Нужно только понижение именно на часовом графике. Ну или там на меньшем таймфрейме, неважно. То есть нам нужно понижение цены, чтобы можно было идентифицировать эти движения. То есть вот такая картиночка у нас появится. Так что тренд явно задан, тренд восходящий. Да, он сейчас противоречит теории, но тренд у нас всегда противоречит теории, ну или по крайней мере очень часто. Но зато, если уж так говорить, в нашем концепте, вот если мы теперь абстрагируемся от всех вот этих теоретических бредней, там на тему того, что должно, что не должно, мы прекрасно знаем, что рынок никому ничего не должен. И вот если от всей этой ереси абстрагироваться, то у нас очень даже все гармонично пока получается. То есть мы сейчас это все разберем. Вот вспомните, мы вчера отрисовали с вами очередное движение. Это будет хорошо видно на стратегии Хамелеон. То есть у нас есть импульс трендовый, серьезный. Есть коррекция. Вот немножко до 61.8 не дошли, потоптались, отскочили и пошли наверх. То есть нам, в принципе, этот рост, пусть и нелогичный, очень даже хорошо дает прибыль. 1.61.8, если придет, вообще будет шикарно. То есть он не только реализует движение в нашем направлении, но еще и все цели выполнит. Так что как раз в нашем концепте вот этот уровень FIBA, который мы отрисовали, вот эта коррекция. Кстати говоря, это не обязательно может быть FIBA, то есть мы тут не впадаем в истерию относительно золотого сечения и не бьемся пальцем в грудь, кулаком в грудь, говоря, что FIBA там находится везде и везде. Нам главное просто, что вот мы ходим на величину этих коррекций 40, 50, 60% и движемся в нашу сторону. Так что в целом пока все нормально. Ждем коррекцию новую и новый заход, если он произойдет. Далее по черепахе. Здесь тоже, ну, как мы говорили, мы с вами не торгуем здесь. Но если кто-то вдруг очень хотел, то тоже ситуация складывается благоприятно. Вот когда у нас был обзор, мы сказали, что будет идеально, вот если как раз цена вот у средней подойдет к ставкам, и можно будет отрисовать верхнюю и нижнюю границу. То есть вот как раз так и произошло. Вот она подошла, она не коснулась. И когда мы подошли к ставкам, у нас есть верхняя граница, на пробой которой можно работать, и нижняя граница, на пробой которой можно работать. И вот здесь у нас получилось, что на ставках, в общем-то, даже очень-то себе идеально. Цена пошла наверх, преодолела этот уровень и ускакала вот туда на фигуру. То есть даже если трейдер решил бы здесь поторговать, что опять-таки не рекомендуется делать в силу того, что это здесь так хорошо, а оно могло здесь нарисовать все что угодно, то вот учитывая, что в данный момент все пошло хорошо, то вот тот, кто решил поторговать, он еще даже и на новостях сумел заработать. То есть тут прям вообще рынок подфартил. Без откатов, без ничего, просто раскол, два, три, все. И плюс. Поэтому тут тоже не подкопаешься, тренд восходящий. Мы здесь ждем коррекцию. Ну, куда? Сейчас уже, ну, как говорится, кто если заходит, то у него, видимо, есть какие-то очень веские причины здесь заходить, потому что, конечно, зайти вот здесь и зайти вот здесь — это совершенно две разные вещи. Далее Хамелеон, вот как раз в котором все у нас очень даже хорошо отрисовывается. Вот они, наши две фибы. Здесь вообще все гармонично. Здесь прям даже можно волновую теорию ненароком уверовать. То есть вот у нас дивер заканчивает предыдущее движение, идет импульс, идет коррекция 7.6.4, новый импульс, вот это та же самая коррекция, мы ее уже видели, и вот пошли сюда. Но это мы уже отрисовывали, то есть мы по-прежнему смотрим наверх. Обратите внимание, по гистограмме максимумы повышаются, то есть мы здесь дивера не видим, и поэтому
продолжаем ожидать. Ну вот, 161.8 вот сюда. Это коррекция. Это первый, такой метод определения цели. Кто-то методы, там, методы разные. Кто-то берет вот на это движение, растягивает вот так. Берет вот это значение. То есть у нас получается, видите, уровни совпадают. Вот, то есть 168 вот здесь, просто до этой цели уже вот тут мы находимся, а вот вторая цель, она повыше. Вот. Но тут не принципиально, тут кому как удобнее, просто есть такие, скажем, более консервативные цели, есть более агрессивные. Так что все нормально, движемся по FIBA, вот здесь ходили на 50, чуть-чуть вот на 68 не дошли, ну, фактически 60 вот сделали, и на 2/3 прокорректировались и двинулись наверх. Так, так что здесь пока никаких сигналов к развороту у нас нету. Далее фунт. Кстати говоря, по фунту напомним, что фунт нам еще тут подбрасывает информацию для размышления. Так, что у нас, вот видите, четверг. Вот фунт. Ставка. Прогноз, что сохранят, но опять-таки сам факт наличия ставки может нам тут нарисовать очередные финты ушами. Поэтому фунт пока идет нормально себе, в целом в восходящем тренде. Тоже он вчера нарисовал здесь кол, сейчас вот немного корректируется. Если брать общий импульс, то движение вот такое. Ему можно еще легко корректироваться до 38.2, пока он этого не сделал, но у него ставки, поэтому что он тут отрисует, даже рынку самому пока еще неизвестно, как себя участники поведут, придут к обнулению тренда или нарисуют еще один кол, здесь сейчас мы не можем сказать. Пока у нас расширяющаяся формация, отвратная фигура, максимум повышаются, минимум понижаются. Ну, дай бог, чтобы все не случилось вот так. А то будет продолжение расширяющейся формации. И вообще можно тогда пока на фунте крест поставить, то есть не смотреть на него вообще никак, если он так сделает. Так что по фунту у нас ставки, мы просто должны выждать все. То есть время ставок, так же, как и вчера. Продолжаем вот эту вот выжидательную позицию. Так. Далее. Так, коллеги, у нас тут в чате погромче. Пожалуйста, оцените качество звука от 0 до 10. Чтобы я понимал, может тут либо мне нужно что-то погромче подкрутить, либо нужно Рафаэлю что-то покрутить. Пожалуйста, от 0 до 10, если звук хороший, там громкость нормальная, то там, не знаю, 8, 9, 10. Если действительно все тихо, там трещит, гудит, пожалуйста, поставьте там 1, 2. То есть 10 очень хороший звук, 0 отвратный, ничего не слышно. Пожалуйста, прошкалируем давайте. То что-то у меня закралось сомнение. Так, 4, 9, как-то у нас, у нас у кого-то 3, а у кого-то 10. Угу. Ну, в целом вроде нормально, видите, большинство людей написали 10, 8, 7, 3. Рафаэль, попробуйте подкрутить, может быть, что-то у вас там. Я буду погромче говорить. То есть тут у меня вроде все эти передатчики на нормальных уровнях. Ну, единственное, попробую просто именно голосом. Так, хорошо, с фунтом разобрались. С фунтом мы с вами ждем. Значит, далее. Черепаха тоже посмотрим по фунту, какое нарисовало движение. Здесь у нас
все в том же концепте. То есть вот здесь был начат восходящий тренд, это было 15.03 8.00 свечка. И вот здесь пошло движение в восходящем направлении. Тренд начался, немного вот здесь поколебался. Вот этот кол вчерашний тоже его дальше возвысил, этот тренд. Поэтому у нас просто продолжение тренда. Ну и опять-таки к ставкам мы подходим в восходящем тренде, даже к средним, видите, не подошли. То есть получается, что мы теперь, подойдя к ставкам, можем и прокорректироваться, ну и дальше тренд усилить. То есть неопределенность, очень серьезная неопределенность с фунтом. Так что просто пока имеет смысл воздержаться от каких-либо позиций. Тоже смотрите, дивергенции по хамелеону у нас нету. То есть идет максимум по цене, максимум по индикатору. Нету никаких пока предпосылок к какому-то глобальному зарождению какого-то нового тренда. Пока вот получается такая картина, что вот он двигался в нисходящем тренде, и в основании этого нисходящего тренда начинает нам вырисовывать расходящуюся формацию. То есть, ну, это очень такая плохенькая картина. Дай бог он сейчас вот так сделает. Он там, допустим, сходит, немножко прокорректируется вот сюда, допустим, на тех же ставках. Вот. И после этого хотя бы зарядит, ну, вот какое-то такое движение, такой вот тренд. Будет хорошо, если он еще сделает это в виде коррекции, то есть может как-то вот так, потом там, допустим, отскочит, мы тогда здесь завтра уже сможем оценить коррекцию. И вот таким каким-то образом там канал, и будет дальше движение абсолютно гармоничное наверх развиваться. А пока вот в фунте у нас такая тотальная неопределенность. Он после тренда очень уж страшную вещь заходит. Далее доллар-иена. Доллар-иена как раз, вот, видите, показывает ослабление доллара то самое. Причем очень нехилое ослабление. Обратите, полторы фигуры. Внимание, обратите. Канадец вообще сейчас там отжег, мы с вами увидим. И что вот у нас получается по ленивцу. Мы движемся в нисходящем направлении. То есть вот у нас импульс. Вот у нас, ну, фактически коррекция. Здесь у нас такая в виде флага происходит. Не в виде наклонной коррекции, как нам нужна, а в виде вот такого флага. Это, конечно, еще тот отжиг, поскольку мы можем увидеть, если это действительно флаг в итоге отрисуется, то мы с вами можем увидеть еще одно такое движение вниз на полторы фигуры. Поэтому посмотрим. Вот видите, тут не наклонная коррекция, как нужна ленивцу, а здесь флаг. Ну, или кому как, кто флаг, для кого такая сужающаяся формация, такой чуть ли не нисходящий треугольник практически, только такой пологий очень. Вот. И вот он сейчас пробит, видите, отскакивает. Ну, то есть пока вот лихорадит рынок, но нашей коррекции по ленивцу здесь нет. А вот то, что нас реально радует, это мы сейчас увидим на хамелеоне. А пока по черепахе. Смотрите, вот по черепахе у нас вот здесь начался тогда вот такой легенький нисходящий тренд. Почему легенький? Потому что хвостами кольнул, забрался на территорию нисходящего тренда, но потом отскочил. Но реально, конечно, этот тренд вот, собственно, на этом, на этих данных он и начался. То есть, если вот здесь она так легко кольнула, пошла против, то вот тут она уже реально просто на данных пробила. Смотрите, с чем мы пришли к новостям. Вот, мы пришли вот с чем. У нас узкий опять коридор. Узкая волатильность вот здесь. Всего лишь 37 пунктов. И мы понимаем, что на новостях либо наверх, либо вниз может уйти. Ну, понятно, что сами новости таковы, что мы могли и хвост кинуть, и так далее, и так далее. Но в данном случае получилось так, что очень однонаправленно пробили нижнюю границу и улетели. То есть это вот тот случай, когда новость отыгралась достаточно хорошо по тренду, таким образом, что не было никаких лишних разводных движений. То есть просто четко обвалилось. То есть тот, кто торговал на новостях, тем вчера реально повезло, сорвали куш. Можно вообще отдыхать и ничего не делать уже до конца недели, или там, не знаю, смотря сколько прибыли заработали. Вот, поэтому здесь реально рынок хорошо себя повел. Можно сказать, реально повезло. Ну и сейчас нисходящее движение развивается. Сейчас, конечно, уже заходить в него поздно. Нужно ждать хотя бы коррекционное движение. То есть мы сейчас скорее констатируем уже движения, которые произошли. А вот тут хамелеон нас радует. Вспомните, что у нас происходило. У нас 4-часовой дивер.
У нас четырехчасовой дивер вот здесь. И в тот момент, когда по часовому у нас никаких сигналов дополнительных не было, вот дивер с четырехчасового мы с вами обозначили. И мы сказали, как будет круто, если он отработается. Вот здесь было небольшое восходящее движение такое, оно нам нервы-то попортило, да? Но вот мы сказали, есть максимум, пока выше него не забрались, этот дивер имеет силу. И в конечном итоге смотрите, как здорово этот дивер отработался. То есть хамелеон, как вот он работает на зарождающийся тренд, так он это и делает. Мы вчера с вами сказали, что дивергенция, как и фиба, то есть это те немногие инструменты, которые сначала показывают сигнал, а потом реализуют движение, ну, реализуется движение. То есть если, так скажем, дивергенция отработается, то по крайней мере мы увидим сначала дивер. Дальше уже мы как трейдеры решаем, вот хотим мы отшортить, когда видим этот дивер, вот здесь, когда вот он уже сформировался. А может быть на отскоке вот здесь тоже тот же самый уровень коррекции, например, да, вот взять там на 50, готовы мы здесь отшортить со стопом выше максимума или нет. То есть тут уже трейдер решает, будет он это делать и когда он будет это делать или не будет это делать. Но по крайней мере сначала появляется сигнал. Отлично, например, тех же самых скользящих средних, когда сначала улетела цена, а потом средняя такая, ах, ну да, неплохо бы развернуться, она разворачивается, а цена уже там летит там на 500 пунктов, условно, я, конечно, утрирую. Так что вот дивер здесь очень хорошо себя отработал, то есть этот четырехчасовой дивер нам показал, ну, он был идентифицирован вот здесь, вот. То есть уже вот здесь, когда вот были эти максимумы, вот мы его отрисовали, уже вот здесь он нам показал, что вот, что уже можно ожидать движения вниз. Так что очень классно хамелеон отработал по доллар-иене. Ну а теперь что? Теперь пока ничего нового нету. То есть вот он, конечно, обвалился, кол нарисовал, минимум, все. То есть теперь мы уже скорее как по полю брани проходим. Там кто мартингейл, не дай бог, торгует, тот сейчас молится о том, чтобы все это развернулось. Вот, потому что, конечно, резкий, очень уж резкий выброс. И мы здесь, ну, куда-то дальше в тренд залазить, конечно, сейчас очень уже страшно, поздно и психологически некомфортно. Это вот у нас доллар-иена прекрасно отработалась и канадский доллар. Канадский доллар тоже, конечно, шикарно. То есть он самый огромный вот этой соплей сюда провалился. Смотрите, какая здоровая. Почти полторы фигуры и потом дальше вниз 180 пунктов. То есть тут доллар, конечно, очень четко. Если вот тут канадец так резво летел наверх на 4 фигуры, так здесь он эти две фигуры потерял, как нечего делать. Для нас это трендовый импульс. Ну, тут, конечно, ловить нам уже нечего по ленивцу. Тут тоже повезло тем, кто вдруг торгует на новостях. Еще раз повторю, я не сторонник. Это очень страшное время, на мой взгляд, очень неопределенное. Но вчера этим людям повезло реально. Вчера этим людям повезло, вот, пожалуйста, коснулись нижней границы, потоптались вот колом вниз, то есть здесь не было разводов, не было вот этих движений вверх, вниз, туда, сюда. Сразу просто шлеп и все. И внизу, поэтому. Тут, конечно, кто ставил отложенные ордера там на пробой вниз, вверх, те, конечно, заработали. Ну, хорошо, можем за них только порадоваться, потому что, конечно, движуха еще та. Случилось у нас. Так, ну что ж, это мы с вами разобрали. То есть тут все, ждем, выжидаем. Мы только вот посмотрели, куда заходить в шорт сейчас. Ну, можно, конечно, но тут, знаете, то есть есть, когда точка входа понятна, а есть казино. Вот, конечно, сейчас подбрасывать монетку, здесь заходить, ну, как-то что-то рука не поднимается. В шорт, конечно, я имею в виду, да, но лонг вообще запрещен пока. И хамелеон. Что у нас хамелеон? Вот наш хамелеон. Вот наш четырехчасовой дивер. Вот он.
идентификация дивера происходит вот здесь. Давайте посмотрим по времени это. Вот на свечка 4. 5, 6, 7, 8. Ну, то есть в районе 9 часов на часовом уже она точно у нас будет видна. Ну, то есть, в смысле, отрисована. Вот, вот здесь. Представляете? То есть уже вот в этой точке, уже вот в этой точке дивер был сформирован. То есть уже отсюда тот трейдер, который торгует на зарождающийся тренд, встает в шорт. Ну, правда, тут, конечно, тоже сложно психологически, потому что здесь НФП, тут же мы знаем, может что угодно произойти, но все равно, как бы, да, вот уже теперь идейная структура движения очень четкая получилась. НФП, потом вот этот боковик, и вот здесь еще кол вниз. То есть тоже очень так здорово этот четырехчасовой дивер отработался. Сейчас пока никаких здесь дополнительных диверов нету, ничего нету. Теперь уже просто сидим, смотрим, выжидаем. Да, тут какие-то уже будут второстепенные там вещи, ну как второстепенные, 50% коррекции, да. Но сейчас пока рановато, нужно хотя бы вот отстояться денечек, потому что вечерком мы знаем, тут сюрпризы могут быть, могут еще провалиться ниже, могут немножко прокорректироваться, то есть сейчас вот реально поле брани. Кто заработал уже на этих новостях, тот молодец. Кто не заработал, тот смотрит уже, ищет точки входа. Сейчас уже поздняк метаться. Даже не ищет точки входа, а ждет формирования точки входа. Вот такая картина, конечно, у нас. С трендами все ясно. Тренды сейчас наметились, четкие такие, хорошие. Будем надеяться, что сюрпризов никаких не будет. Ну и давайте золото посмотрим. Золото вчера тоже отжигало. У нас там вместе с золотом австралиец отжигал, будь здоров. Вот, смотрите, золотишко-то у нас чего отрисовало. Вон оно какое. Вот. Трендовый импульс-то. Опаньки. И полетел. Вот тоже канал пробивает. Кол наверх. Ну, то есть чистый восходящий тренд. Не подкопаешься, не докопаешься. Ничего здесь. Никаких пока сюрпризов ничего нету. То есть вот нисходящее движение. Коррекция пробивается. Ну, кто-то может там фибу вот так растягивает, это я уж не знаю, там у каждого по-разному. Но в любом случае для нас вот это сейчас однозначно кусок восходящего тренда. Австралиец тоже жжет, но вы это там и без меня, я думаю, все видели, знаете. Вот такая картина. Так что в качестве резюме, конечно, коллеги, что можно сказать? Будьте очень сейчас аккуратны. То есть вот прошли ставки, все. Мы все, что могли, сделали до ставок. Кто торгует на новостях, вчера заработал на ставках, все, вообще надо расслабиться. Но если кто не торгует, теперь мы ждем новых сигналов, потому что импульсы прошли, теперь нужно подождать хотя бы какой-то коррекции, хоть чего-то, потому что сейчас просто коло все упало. Ну, самые агрессивные сейчас шортят, ну, там, в лонг заходят с короткими стопами. Но это уже такая, знаете, попытка догнать то, что уже произошло, этого лучше не делать. Ну что ж, коллеги, вот такая ситуация. Надеюсь, что вы собрались, контролируете риск, ну и, соответственно, действуете в направлении этих трендов. Все, тогда на этом закончим. До следующей встречи завтра в 10:30. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока.